давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Итак, ребятки, всем снова привет. И тут у нас Kubot Echo оснастили выделенным аудиочипом. Китайская компания Kubot представляет новый смартфон Echo, ориентированный на любителей качественного звука. Новинка оснащается выделенным аудиочипом AW87319, который обеспечивает чистый и громкий звук как в наушниках, так и при использовании встроенных динамиков смартфона. Кроме того, Kubot Echo получил 5-дюймовый HD-дисплей, 4-ядерный процессор MT6580, 2 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенной. Помимо этого, производитель установил 13-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную фронталку. За автономную работу смартфона отвечает аккумулятор емкостью 3000 мАч. На борту устройства предустановлена операционная система Android 6.0 Marshmallow. Информация о цене и доступности смартфона пока неизвестна.